Всем привет, с вами ArxPlay, и мы продолжаем проходить карты. Сегодня у нас будет карта, блин, под названием «Приключения Шурика». Что происходит? Она русская, кстати, давайте прочитаем. Потому что нас кто-то убил, мы сюда телепортируемся, как я понял. Мы должны выбрать смерть. Что-то как-то все быстро началось. Но правила такие, что нельзя ломать блоки, кроме сена. Все, все правила. И нельзя использовать моды. У меня стоит Minecraft 1.7.10 и ни одного мода. Вообще ни одного. Умереть. А, выберет смерть. Как я должен умереть? А в чем логика вообще? Умереть отстрел. Ну что-то я не умираю. Так. Что происходит? What the fuck? И чё? А, вот. Spawn point. Да, здесь мы должны сделать spawn point, как я понимаю, правильно? Spawn point. Всё. А, так она сама ставится. Ай, а-ла-ла-ла-ла-ла. Ну что, давайте начнём, наверное. И что это такое? А это что такое? Что это за ужас? Здесь, как я понял, 13 заданий. Крипер, человек, зомби. Человек. Ну ты. Все, все, я понял, да. Нужно было, короче, выбрать, как выглядели до этого. Я просто сначала надо разобраться, да? Все, 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 все. Давайте быстренько пройдем. Let's go. Поставили точку. Все отлично. Тебе будут даваться головы, и ты должен правильно ответить, какие там стоят. Ага, я просто не успел прочитать шляпу. Все, 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 все. Понятно. Это на запоминание, да? То есть у нас идет зомби. Ну, это такая текстура человека, она просто немного бажная. Ну, я не думаю, что у вас будут с этим проблемы. О, она так еще. Здесь вас ждал человек, который вас убил. Что за бред? Кто меня убил-то уже? Да я ничего не понимаю, что происходит. Реально, какие-то приключения Шурика, какая-то наркомания. Опять меня убили. Что за бред? Я опять умер? What the fuck? Что это за маразм вообще? Жмем, конечно, быстрее начать. Все. Так, зомби, человек, крипер. Открой, дура. Зомби, человек, крипер. Вот. Здесь, наверное, время дается, да? Ага, это паук, скелет, крипер, человек. И сушитель, скелет. А, это сушитель был, я думаю, это паук. О, ну с памятью у меня, конечно, не все хорошо. Да что за говно? Какого хрена я... Как я сдох? Что за бред? Я же быстро все делал. Во, самый быстрый вариант смерти, реально все. Ничего не понимаю. Здесь мы были. Здесь у нас зомби, человек, крипер. Странно очень. И сушитель, скелет и говна кусок. Пошли, так, розовая. Розовый? Я не помню. О! Я правильно отгадал, да, у меня супер память. Во, смотрите, мы новую точку, так. Чувак, иди домой. Так, я прыгать не могу. Ничего не понял, ну-ка еще раз. Не, реально какой-то маразм, какая-то наркомания. Опять подыхаю. Почему я постоянно подыхаю? Только начинается, опять сдох. Что за бред вообще? Так, что-то я нашел. Ага. Ну ты уже не на память. И чё?
А. Я понял, нужно как-то на кнопки заманить, что ли? Дура, уйди отсюда. Так, что я не понял, подождите. А как их надо перетаскивать-то? А, ну да что? О, хотя у нас была удочка, но ее уже нету. Еще раз. Так, подождите. А, там же выход есть. Че я туплю-то? Там же есть выход. После того, как вы зашли в дверь... Какую дверь? Ты кусок инвалида. Что за наркоман делал? Шурик. Ладно, еще раз. Так, где это говно? Все. О, сколько у меня много удочек. Поехали отсюда попробуем. Их нужно перетащить на кнопки, правильно я понимаю? А можно ломать сено, я уже говорил. Так, а зачем нам густок слизи? Стоп, стоп, стоп. Яйцо, густок слизи. А что можно сделать с сеном? Все, я даже не знаю, блин, подождите. Густок слизи. По-моему, никакой взаимосвязи нету в этом. Так, 4 блока, этого будет мало. Ну, давайте попробуем сделать это вот так. Дура, уйди отсюда. Ну-ка, ушли отсюда, дайте поставить мне блок. А, не, не получится. Нет. А-а-а. Так, и у нас еще есть удочка. О, дверь, смотрите. А дверь я открыть не могу, да? Странно, странно. Непонятно. Так, а зачем нам сено? Пошли в жопу, дура, отсюда. Так, нужно как-то открыть дверь, правильно я понимаю? Ну там кнопки еще есть, очень много кнопок. Зачем они, непонятно. Так. Подождите. А может я должен его типа бросать? Отсюда я не брошу. Хотя... Ха-ха, ну что делать-то? Нет. То хотя бы меня не убивают пока. Странно, ничего не понятно. Так, а здесь подсказки можешь есть? О, задание, блин. А, ну, тебе нужно удочкой закинуть животное. Ну, это я сразу понял сам. Только мне не получается этого сделать. Проблема в этом. Хотя, смотрите. Опа. Так, как его закинуть-то? О, да? Ха. А, блин, что-то похоже на правду. Ну-ка еще раз. А мы истратили все блоки, елки-палки. Пробуем, отходим сюда и дергаем сильно. Ну давай, но она не лезет, тварь. Вот он, желающий, у нас есть желающий. Давай сюда, пес, ну, псина тупая. Камон, камон. Не хочет, тварь, а.
Ни в какую просто, смотрите. Ну! Да, мне кажется, нельзя закинуть, нет. Странно. Очень странно. Так, подождите. Может, нужно поставить что-нибудь? Странно. Оп-оп-оп. Непонятно. Вот если бы я сюда забрался бы как-нибудь, да? Но я не могу туда забраться. Никак. Типа не хватает. Ну-ка, подождите. Там они будут вставать на эту херню, да? Далеко, кстати, бросает. Ну, смотри, ну не лезет, давай, жопа тупая. Ну и чё? О-о-о, ну давай. Ну! Да какого хрена? Как я закину-то должен их? Ничего не понимаю. И самое главное, зачем давали слизь? Ну-ка, если я пробую сделать... О, паркур-мастер! Почти получилось, вы видели, да? Я почти запрыгнул. Не, нам, конечно, легче сдохнуть, нам нужно сдохнуть, реально. Давайте сдохнем тогда как-нибудь. Ну, вот если бы этого запрыгнуть, хотя там тоже барьер, да? У-ху! Странно, очень странно все это. Нам дадут рычаг. Ну... Непонятно. Куча, ладно, давайте сдохнем. Пробуем еще раз. Ага, все вещи остаются, да? У нас еще откуда-то факел есть. Ну вот, блин, как же сделать-то, а? Это типа нужно всех, что ли, выловить? Да вы что, издеваетесь? Или, наверное, случайная кнопка должна быть, да? Давай, тварь, ну иди сюда, иди, чмо! Во. А, смотрите, мне дали булыжник. Ну еще нужна палка, да? Ага. То есть мне дают итемы, чтобы я скрафтил говно это, да? То есть, по идее, нам нужно не всех, нужно два животного, еще сюда одно. Так, подождите. Не, с этой стороны, конечно, неудобно делать. Во! На, Вася! Пес! Сюда иди, мразь! О, как полетело, а! Это корова бородавочница называется. Так, ну-ка, лошадь. Курицу? Ну давайте попробуем курицу. Я поймал курицу. На удочку. Ох ты тварь, а. Ну давай. Эх, ловись. Ловись, рыбка большая и маленькая. Опа. На, пес, давай. Любой желающий. Я бы сделал таким образом, смотрите, то есть... О, мясо. Можно покушать мясо. Я бы сейчас взял бы и переставил немножко блоки, которые нам разрешено переставлять. Переставил, потому что если мы их поставим, они будут на них лезть. Уйди нахрен отсюда. Нахрен пошли, твари. Дайте мне место, мое место. Но выше они не залезут никак. Если я сюда вот не поставлю... Все. То есть они сейчас будут толпиться в этом месте, и по идее мне будет легче их вылавливать. Не, эта миссия, в принципе, ее можно пройти, конечно, не самая... Ох ты, свинья полезла, нифига себе, крутая свинья.
Теперь делаем вот так. Поймал кого-то? Поймал. Нет, не поймал. Ну давай, пес, ну. Да что ж такое? О! А ты не хочешь? О, смотри, что-то вылетело. Ха-ха-ха-ха. А я не ломал бок. А ты, псина, не хочешь туда упасть? Как ты вот так? Нет. Ладно, давайте пробовать. Ну, давай же, давай, давай. Иди сюда, чмо. Залази, говно кусок. Мне, по идее, должны дать одну палочку. О, а я же могу пробовать вот так сделать. Подождите. Она же мне больше не нужна. Так, булыжник у меня уже есть. Опа! Поймал, поймал красотку. Видите, мне булыжник все время дают. И поехали, твари. Так. Все, палка, булыжник. Рычаг. Ну все, прошли. Ну, изи-бризи, короче. Сначала было, конечно, непонятно. Поэтому нужно читать задание. Вот, что я понял. Из этого говна. О! И сразу идем, читаем задание. А, вот. Так, спаун. Обязательно делаем и задание. Доведи вагонетку до конца, тебе нужно направить вагонетку на правильный путь. Мне нужно наставить вагонетку на истинный путь. Давайте починим что-нибудь. Я хочу кушать, надо покушать. Ну ладно. Так, ломать блоки нельзя. Создать вагонетку. Как ее вести-то, извините меня? Все, опять началась эта чушь с подыханием. Вот хорошо, что я поставил, а? Молодец, что поставил этот сраный спаунпоинт. А, вот они, кнопки, да? Вагонетка появилась, все. Блин, ну что за бред? Ну, хватит тупить. Прошлую миссию также сначала что-то выкидывало, убивало, а потом нормально, долгое время было. Так, а как поехать-то? И чё? Что-то я немного не понимаю, как ехать на ней? Ну-ка, подождите. Да. Ну-ка, еще раз. Най. Или мне нужно постоянно создавать вагонетки миллион раз? А зачем вообще кнопки нужны? Да заколебало, ну что за бред-то? Я не понимаю вообще. Это реально какой-то баг. Просто тупой баг. Так, а если мы нажмем эту кнопку? Так, я его просто не вижу. А что вообще меняется? Я нажимаю на кнопку, ничего не меняется. Ну и чё? И шо? Ну ладно. И чё? Но они больше не появляются, не понимаю. Тебе нужно направить вагонетку, но одна проблема, она не направляется. Странно. Все, я понял, я просто не заметил. Все. Там, оказывается, меняется путь, но его вообще было не видно. То есть там меняется чисто дорога. Мне нужно сделать прямую дорогу. Вот, смотрите, видите, меняется. Опа. Как я понял, нам нужно будет каждый раз стоять. Так, а где эта кнопка?
О. Так, а потом... А, все, я понял. То есть получается, вот эта каждая кнопка над определенным местом, да? По идее, нужно было сюда бежать. Потом вот сюда бежать. А почему сначала? Нет, сначала мне не нужно. Сейчас, короче, мы сдохнем специально. И все. Все, сейчас, короче, сделаем. Сложное задание, сложное. Нужно будет хорошо побегать. Ну, понятно, давай, поехали. Сначала сюда. А, нет. Все. Да господи, ну этот баг реально, он бесит. Ну что за бред вообще? Что за бред? Мы погибли. Как я умер-то, если я стоял на одном месте? Тут даже времени прошло. Ну еще раз, заново. Так, давай, давай. Вот, поехала. Блин, не в ту сторону. Это нужно нереально просто быстро все успеть сделать. Потом, по идее, он туда, он поедет. И чё, все? Подождите, если мы положим сюда вещи, ну-ка, если мы сделаем таким образом. Ха. Странно, а почему он не нажимает? Раньше нажимал. Так, ну давайте попробуем еще разок. Так. Где-то таким образом нажимаем и поехали сюда. Сюда. Нет. Тут надо очень быстро, я даже не представляю как. Сюда, потом сюда. Не успел. Немножко не успел. Не, сейчас все сделаем, смотрите. А. Да. Ну-ка еще раз. Еще раз. Давай. Ну как успеть-то? Ну это нереально, просто нереально. Нет, нужно пройти. Так, сейчас, попробуем. Пройдем эту миссию и все. Просто по скорости невозможно увидеть. Я не могу за ней быстрее бегать. Бред какой-то вообще. Почему кнопки не нажимаются? Тут задача, в принципе, легкая. Если бы у таких багов не было тупорылых, было бы еще легче. Блин, а. Да. Это такой же надо скоростью все сделать. Нужно бегать от 40 км в секунду. Нет, не прошло.
Ну, вот видите, да? То есть я даже не могу догнать. Не понимаю. Что за бред? Так. Да что толку? Ари вообще молодцы, да. Правильно, кого-то вообще выкинул с самого начала. Ну что, давайте с самого начала. Ох, сложная миссия, но я хочу ее пройти. Давайте я поставлю паузу, пройду ее, там уже закончу. Надо пройти, обязательно. Ах, засранцы, я что-то упустил, да? Ну, твари. А зачем кусок слизи, подожди. А зачем густок слизи? А. Или он не нажимает? Я вообще не понимаю, зачем они слизь суют сюда? Ничего не понимаю. Ну-ка, а что из нее можно сделать? Что это такое? Эх, я думал, там будет что-нибудь полезное. Там говно. Фух, с горе пополам я прошел, но там было очень сложно на скорость. Короче, говно уровень, ненавижу. Ну все, давайте мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, комментируйте эту карту, понравилась вам карта, не понравилась. Пишите, какую вы хотите увидеть карту, подписывайтесь на канал, всем пока.